Новогодние праздники еще в силе. В холодильнике много разных вкусностей и праздничных блюд. И как тут удержаться и не переесть? Как быстро избавиться от последствий праздников и вернуться к здоровому питанию, делится своим опытом легкоатлетка Екатерина Сариева. Она уверяет, что не стоит сразу после праздников устраивать разгрузочные дни. Идеальным вариантом на первых порах станет четырехразовое питание. Это завтрак, обед, ужин и один из любых перекусов. Ланч или полдник в районе 4 дня. Ужинать следует не позднее, чем за 2 часа до сна. Кстати, на сон также необходимо обратить особое внимание, и это будет нашим вторым пунктом. Старайтесь ложиться вовремя спать. Важный пункт, о котором забывать не стоит, это контроль за потреблением соли. Спортсменка Екатерина Сариева рекомендует заменить соленья на продукты с высоким содержанием калия – фрукты, бобовые, тыкву и квашеную капусту. Также она просит не забывать пить больше воды. Если всю первую неделю января вашим любимым видом спорта была прогулка к холодильнику и обратно, начинайте вводить физическую нагрузку постепенно. После работы немного прогуляйтесь. В течение дня вставайте минут на 10 из-за стола, чтобы сделать простой комплекс из упражнений, который поможет разгрузить уставшие от долгого сидения за компьютером шею, спину и поясницу. Чтобы праздники прошли без последствий, соблюдайте несколько простых правил. Ешьте меньше, спите больше. А вот категорически отказываться от еды не стоит. Жесткая диета приведет к стрессу, который может стать серьезным испытанием для и без того перегруженного организма. Также специалисты советуют как можно больше гулять и позитивно смотреть на мир. Анастасия Панарина, CBC.